завтрак у меня здесь натуральный йогурт, вот белый, хлопья и клюква сушеная. Так что вот такой вот у меня завтрак. Всем, кто будет завтракать, желаю приятного аппетита. Такой легкий. Всем большой приветик, а я сейчас хочу немножко протереть окна. Босик уже на стреме. Что, будем мыть? Ну, немножко это называется просто, да, я намочу тряпочку, так протру и специальным вот этим средством, которое для стекла. У меня именно от Фрош вот это вот со спиритусом. Ну и так протру, так как я пару недель назад мыла, ну, вот с этим, который Керхер, да, хорошо, рамы все это мыло, поэтому сейчас просто так, лишь бы освежить, так как вот от этих мух, когда балконная дверь открыта, да, они везде залетают, конечно, и оставляют свои, сами знаете что, да, и вот на картинах везде, вот, на зеркалах, поэтому так, летом, конечно, это делается чаще, чем зимой, вот уже сидит. Так вообще это, можно было повесить, конечно, знаете, эту сетку, или как она называется, на балконную дверь, но у нас, знаете, неудобно как-то сделать, ну, не то, что для меня это не проблема, не то, что неудобно, у нас дверь открывается наружу, не вовнутрь, а наружу, и поэтому, если что-то вешать, то это только здесь, но не хочется портить, да, вот, например, это все-таки пластиковый, вот это вот рама, все, а что-то вешать на гордину тоже не хочется, ну, и поэтому как-то вот, если все-таки бы вовнутрь открывалась дверь, то можно было с той стороны прикрепить вот такие вот есть черные, вот как, например, у мамы на даче, она такая на магнитиках закрывается. В основном у всех вовнутрь открывается, насколько я знаю. У нас вот наружу. Ну, с одной стороны, удобно, да, когда открываешь дверь, вот я, например, чтобы просвежить, да, квартиру, туда открыла, и все, красота, у меня здесь двери нету. Так что вот как-то и плюсы, и минусы, так скажем, есть, да. Так что сейчас немножко так приберусь, ну и все, цветочек мой этот еще стоит, красота, не знаю, как долго будет вот эта гортензия стоять, посмотрим. А, ну еще и хотела, у меня тоже одна подписчица, Оля, да, вроде бы, я тогда про люстру, которая меня спрашивала, просила показать еще, когда она включена, да, именно, а то в тот раз я когда показывала и не включила ее. Ну вот у нее три режима, да, это такой, как, холодный, теплый свет и еще такой, как посередине, да, так скажем. Она вообще с пультом у нас, но мы без пульта. Короче, вот так вот. Ну, Коля у нас подсоединил тут, так что пульт не обязательно, можно так. Не, ну, регулировать, конечно, можно, да, например, это, чтобы ярче был там. Ну, короче, поняли, да. В основном мы не пользуемся вообще вот этим вот таким вот светом везде. Ну, это только в прихожке, да, ну, или зимой там, когда уже рано темнеет, и то иногда. В основном вот светильники. У нас в каждой комнате есть светильники, поэтому в основном такой свет. Это чисто как это, декорация, да, так скажем. Ну, все равно, конечно, он нужен. Иногда, конечно, включаю. Так вот. Покупала, я не помню, вот эту вот люстру, по-моему, в Баухаусе брали. Да, а остальные... А, ну да, другие я говорила вам уже, что на Амазон заказывала, так что... Ну ладно, буду немножко прибираться. Ну все, теперь красота, чисто. Окна тоже чистые, я их закрыла, чтобы никакая муха не села. Ну, все равно солнце, да, и поэтому закрыла. У меня здесь вентилятор работает, так дома хорошо, прохладно, а на улице, да, конечно. Ну, пойдет. Тоже на балконе пропылесосила. Как я довольна этим фильтром, вы бы знали, девочки, которые вот с тему выписывала. Пылесос как новенький теперь работает. Прям вообще я в восторге. Надо будет еще один фильтр выписать. Это Коля мне говорит, может еще? Я говорю, да ладно, два есть, зачем? А так да, вообще прелесть. Он еще лучше работает, чем раньше. Мне это кажется, просто он уже старенький, да, стал как. Уже не так тянул. Ну а сейчас с новым фильтром это вообще, короче... Сейчас я тоже цветочки полила, так сейчас жарко, да, это почаще надо поливать. Тут у меня астра или как его, маленький, вон, тоже что-то уже это, как подсыхать начал, я имею в виду некоторые цветочки. Хотела еще вдруг кому-то на заметку, да, вот просто сказать, как лучше включать вентилятор. Ну, не как лучше, да, его включать, а куда его направить. Именно вот, например, он у меня, ну, его, он регулируется, да, вверх-вниз там, но не сам он крутится, только вот так вверх-вниз, да, и вот я его направляю на потолок,
и он освежает всю квартиру. Потому что если именно, ну, как внизу он стоит, да, и чтобы вот только по низу, это тоже, я думаю, нехорошо. Вот так вот прям вообще прелесть. Полностью освежает. А вообще, конечно, есть вентиляторы, которые сами, да, крутятся. У мамы на даче такой есть. Но это тоже, да, то туда, то сюда. Это вот именно он освежает сразу всю квартиру. Так что советую. У моего сына вообще этот Дайсон такой, он сам крутится тоже. Классно. И вроде бы как очищает воздух. Я тоже сначала хотела купить, и потом все-таки 400 евро стоит. Так что, ну ничего, вот этот, не знаю, мне нравится. Я его как-то на сайте Amazon покупала. Умаялся ребенок. Спит. Так, ну а я собралась идти сейчас и хотела бы перед тем, как идти, показать вам сумочку, которую я себе купила. Короче, выписала с сайта Zalando. Вчера пришла посылка, ну не стала я уже снимать, да, показывать все. Распаковала, мне не втерпёж было. Короче, было две сумочки, вот одна вот эта, и другая такая, знаете, ну именно на плече носить. Там не было такого ремешка. И вот я думала, гадала, да, какую оставить, все-таки я оставила вот эту. Это от фирмы Guess, хотя я не особо люблю эту фирму, не знаю, она мне не очень нравится, знаете, вот из-за фурнитуры. И вот чем привлекла она меня, знаете, тут фурнитура не такая желтая. И еще чем она меня завлекла, это, как знаете, сумка-трансформер. Тут, короче, ее можно по-разному носить, это как две сумочки здесь. Вот внутри вот в этом вот, это как, знаете, кошелек можно даже не носить. Вот, например, вечером куда-нибудь собрались, да? И не хотите брать такую большую сумочку, и вот можно взять вот такую. Вот тут еще все упаковки эти. Я еще не вытаскивала. Надо сейчас. Вот так вот она отстегивается. И две сумочки получается. Но это прелесть же. Сейчас я отстегну. Я просто хотела вам показать. Вдруг кому-то понравится, если что, пишите, я ссылочку дам. Потому что я иногда, когда оставляю в инфобоксе, меня все равно потом спрашивают, где. Смотрите. Вот, например, вечером, да, куда-то пошел, там, например, в отпуск или где-нибудь, да, там, или куда-то там, ну, вы поняли, да. Ну, и вот такая вот маленькая сумочка-кошелечек, да, вот так вот раз под мышку. И все, ну, красота. Или вот так вот две носить, да, это как отдельно кошелек и отдельно сумочка. Ну, прелесть. Мне так понравилась вот эта вот идея. Я как увидела, думаю, сразу. Я не думала, что она мне понравится. На первый взгляд, как бы она меня не особо привлекла. Потом вот когда померила, да, с чем-то там это. Думаю, нет, вроде бы ничего так. А вот это вот тоже тут с одной стороны тоже написано. Эта фирма, хотя я говорю, не особо люблю ее. Можно носить просто как отдельную, да? Вот. Здесь мешочек все этот, пыльник есть. Стоила она, короче, она со скидкой. Я не помню оригинальную ее цену. Это с сайта Zalando, еще раз повторяю, да, что там подделки никакие не продают. У меня в основном все оттуда сумки. И пару раз я покупала в этом, на Мюнстре, да, Outlet, который. Короче, этот пыльник. Ну и все так. Тут тоже упаковки эти все, сертификаты. Да. Внутри вот тоже классно все, замочек. Здесь вот под карточки. Короче, она мне понравилась. Я ее оставляю, так как она недорогая, 81 евро. Та другая чуть-чуть подороже, по-моему, на 10 евро дороже. Но она неудобная в том смысле, да, вот такая сумочка все-таки через плечо мне больше привлекает, знаете, из-за того... Например, ты вот где-то сел, да, в отпуске, ну, это и все равно где, где-то там пошел в ресторан, да, или куда-то. Сел с этой, например, ты садишься, ты не думаешь, да, вот как-то, чтобы не забыть, или еще что, ты снимаешь с плеча, как бы, то, что она, ее или так носить, или вот тут. Автоматически ты ее снимаешь и ложишь. И поэтому можешь даже забыть ее, хотя у меня такого никогда не было, но все равно. И, короче, вот, ну, вот хотела поделиться. Вот такие вот теперь у меня две сумочки в одном. Ну, конечно, так я как две носить не буду. Я буду, мне кажется, в основном это вот так вот носить. Две. Мне нравится именно, как она смотрится вот так. Я на модели видела, у нее тоже вот так. Даже вот эта вот цепочка типа вот так вот тоже свисает. По-разному, короче, можно ее носить. Так что, если кому-то нужно, пишите, я вам дам ссылочку. Если они еще будут.
Так, ну а теперь я поеду, короче, сдам посылку. Мне еще нужно кое-куда заехать. И еще, знаете, что хотела? У меня вот эти вот, которые брюки черные, льняные. Ну, может быть, кто видел, да, я, например, когда в Любик или куда мы ездили, я в них была, вот я их постирала сейчас. И знаете, что я подумала? Я сделаю из них каприхозы. Ну, это вот покороче, вот, которые синие, да, я вам показывала, тоже льняные, ну, в которых я хожу частенько. В них так удобно, то, что, знаете, они не длинные, а такие покороче. Ну, я их возьму, обрежу и буду даже чаще носить в них, чем сейчас. Вот я, может быть, за сезон один раз или два надеваю их, так как у меня черные есть широкие, такие, знаете, хорошие. Они, ну, такой скользящий материал, такие, как более элегантные. Это такие, знаете, простые, льняные. Тут у меня сбоку, конечно, эти так шлицы, ну, как вот это вот открыто, да. Ну, короче, я так решила и подумала. Подумала и решила, то есть, что я сделаю из них каприхозы. А что, машинка есть, любое время, раз, достал и все. Ну, и покажу немножко так, поближе, чтобы было ясно, да, какая. Ну, как раз для лета. Сама то тут еще надо убрать, а то пойду так со всякими бумажками. Короче, вот такая вот сумка-трансформер. Так, ну и все. Пойдем, очки. Главное, хотя у меня в машине там лежат очки, но сейчас именно к этому платью, к синему, они хорошо подходят. Ну, который в машине у меня тоже вообще-то там с голубыми стеклами. Здесь вот посылки, одна моя, другая сын попросил тоже отправить там. Так что, о, надо это переставить ремешок, а то я тут меняла эту сумку-трансформер, впереди получилось, она у меня, да, надо переделать. Вот эту цепочку тоже, наверное, надо будет убрать. Ну, короче, я довольна как слон. Все, пришла я домой и хотела с вами поделиться. Короче, стою в очереди на почте, и одна девушка на меня смотрит. Ну, не то чтобы на меня, да, вот так, на сумочку, ну, в эту сторону, короче. Я уже сдала посылки, потом выхожу, и она ко мне подходит. Вы, говорит, извините, я хотела у вас спросить, где вы купили эту сумочку? Так это смешно стало. Ну, не то чтобы смешно, да, вот так прикольно получилось, да. Я говорю, я только вот первый раз с ней вышла, только, говорю, вчера посылку получила. Ну, мы так разговорились, она где-то рядом даже это живет. И попросила у меня, ну, я так показала, да, ссылку, конечно, не дашь, да, так как это, телефон, не будешь же раздавать всем прохожим. Ну, сказала, где покупала, сколько стоит, да, она такая довольная была, я, говорит, примерно, говорит, такую, говорит, искала, но не знала, где. Я ей еще показала, как она разбирается, даже что две сумочки, она вообще в восторге была. Короче, как-то так. Не стесняйтесь подходить к людям, спрашивать. А то вот так вот, правда, да, что-нибудь понравилось, лучше вот правда спросить. Потому что вот даже насчет парфюмов тоже. Иногда вот проходит человек, да, и от него такой приятный парфюм. Вот надо подходить и спрашивать, а то вот правда бывает. И потом забыть его не можешь. Иногда потом пойдешь в магазин, нюхаешь, нюхаешь, думаешь, тот это или не тот. Короче, вот так вот. Так бывает. Один раз? Нет, два раза. Насчет парфюма меня тоже спрашивали, я как-то проходила. Мужчина один раз спросил, вот как раз вот этот Шанель Шанс, по-моему. Да. А вы, говорит, не скажете, где вы покупали этот парфюм? Я хотела, говорит, что-то, по-моему, на день рождения или что-то своей подружки. Да. И насчет этого Хлоя, по-моему, тоже меня спрашивала какая-то женщина. Тоже как-то я прошла, зимой это было. Она спросила, где вы покупали этот парфюм? Так что это и вправду вот так вот. Лучше подойти и спросить, если тебе что-то понравилось. Ну, как-то так, хотела поделиться. Короче, не зря купила. Чё, Босик, отдыхаешь? Хорошо, да? Здесь тенёк. Нет, а вентилятор шумит. Вот он все время так, если балкон открытый, стул стоит. Все, это его место любимое. Лежит, наблюдает, свежим воздухом дышит, за птицами. Сейчас, кстати, птицы не так чирикают, как, естественно, весной, вот начало лета, да? Дверь захлопнулась. Босик сидит там, бедный, ждет, но не кричит. Иногда он прям кричит, чтобы его запустили. Лежит. Ну вот, видите, лежит вентилятор включен, и он все время тут в зале лежит, ему прохладно. Да?
Так, я решила себе сделать перекус. Это у меня будет моцарелла и помидор. Помидор последний, который с дачи мама мне давала. Сыну тоже резала. Поел. Ну, Коля тоже ел, естественно. Но это последний вот. Они не могут долго лежать, вот я так поняла. Мама говорила, оставь пусть чуть, ну, полежат, до конца созреют. Они мягкие совершенно становятся, поэтому лучше съесть, а то потом будет жалко выкинуть. Так что моцареллу сейчас тоже порежу, такой легкий перекус с этим, с бальзамическим соусом. У меня, кстати, спрашивали насчет соуса, что они в основном все идут сладкие. Ну, не знаю, вот этот вот, который в Lidl я брала, он, ну, кисло-сладкий. В основном они идут кисло-сладкие, не знаю. Ну да, это на любителя, это не все. Раньше тоже я не понимала, честно говоря, вот эти вот всякие соусы. Со временем, сколько здесь тоже. Морепродукты тоже раньше, я помню, попробуй мне скажи, да, в Казахстане, чтобы я ела осьминога, еще типа креветки, да, или что-то. Это было вообще. А сейчас это мое самое любимое блюдо. Коля любил раньше тоже, все равно. Он служил на Дальнем Востоке в армии, когда... И там он и крабов, и всякое такое. И, короче, многое чего ел, которое раньше я вообще даже и смотреть на это не могла. А многие, да, так и не хотят попробовать морепродукты. Ну да, на вкус и цвет, да, так скажем, конечно же. Ну, еще бы эту, как ее, базилик, но с этими... кустами, как я всегда говорю. Потом купишь из одного раза, будут лежать. Стоять, потом засохнет. Ну, вот такой вот. Рататуй. Ой, я обожаю моцареллу в любом виде. У меня брат младший может сразу несколько штук съесть. Любитель моцареллы. Ну, сейчас просто перец, соль. А, еще у меня вот это вот есть для помидоров, которые... Хотя, наверное, можно и этим посыпать, который для авокадо. У меня и авокадо, кстати, тоже еще есть. Но это будет уже много. Авокадо, она сама по себе жирная. Поэтому я вот так вот. Здесь и перец, и соль, и все на свете. И бальзамический. Слегка. Есть еще такой с клубникой добавлен, потом с голубикой тоже. С голубикой, по-моему, пробовала. Больше слаще он такой. Это такой с кислинкой. Ну, короче, вот такой вот у меня перекус. Всем, кто будет сейчас кушать, приятного аппетита!